Здравствуйте! Самые заметные события жизни Хабаровска в программе «Город сегодня». В Хабаровске изготовили более 400 тысяч бюллетеней к выборам мэра, которые пройдут 9 сентября. Бланки, защищенные специальной сеткой, поступят в территориальные избирательные комиссии краевого центра в начале следующей недели. Из общего числа бланков около 200 тысяч печатники изготовили для комплексов обработки избирательных бюллетеней. В день выборов такие машины будут работать на 78 участках. Форум педагогов пройдет в преддверии нового учебного года в Хабаровске. Представители учреждений образования соберутся 24 августа в городском дворце культуры, чтобы обсудить ориентиры муниципальной системы образования в современных условиях. В обсуждении примут участие работники образования из китайского Фуяня. Также на форуме пройдет выставка-презентация «Образование в Хабаровске. Будущее создаем сегодня». Конкурс «Экипаж-2018» продолжается в Хабаровске. Он начался 1 мая и завершится через месяц. Победители будут определять по 7 номинациям. Самый чистый автобус, трамвай и троллейбус, самый вежливый экипаж и другие. Оценить работу перевозчиков можно на сайте мэрии. Кстати, жюри назовет и самого неравнодушного пассажира. Им станет хабаровчанин, который проголосует наибольшее количество раз. По информации единой городской диспетчерской службы, холодной воды сегодня не было в двух районах Хабаровска. Воду отключили в 8 домах офицерского состава и одном административном здании. А также на улице Волочаевской 180, 182 и 184 и на Амурском бульваре 23. Здесь специалисты водоканала ведут плановые работы на водоводе. Отключение горячей воды в Хабаровске также не удалось избежать. На улицах Карла Маркса и Шабодина причиной перекрытия горячей воды стала авария на трассе. На улице Истомина 88 управляющая компания занимается установкой общедомового прибора учета. Перекрытие движения по переулку Трубному в Хабаровске снова откладывается. Еще 17 августа на этой улице были запланированы масштабные работы по замене большого отрезка теплотрассы в сторону переулка Молдавского. Однако дату перенесли на 24 августа. Сегодня стало известно, что перекрытие улицы вновь откладывается из-за смены подрядной организации. Теперь рабочие начнут работы с вечера 31 августа и закончить их обещают до утра 2 сентября. В этом году Хабаровской теплосетевой компании предстоит заменить в городе более 14 километров теплотрасс и 6 километров труб. Сделать это планировали до начала отопительного сезона. Из-за погодных условий возникло отставание от графика почти на месяц. Чтобы успеть в срок, рабочим предстоит трудиться без выходных. Лучший двор выбирают в Хабаровске. Задача для жюри непростая. На победу и солидное денежное вознаграждение претендуют 310 домов. Общий призовой фонд конкурса – 500 000 рублей. Репортаж Антона Примачева. Это двое дворца, это Печка, а это Вовка. Он всегда говорил: «И так сойдет». В рабочем городке 8А фраза «и так сойдет» на самом деле не актуальна, но сказочные персонажи здесь самые разные. Особым спросом пользуется книжный шкаф. Стоит прямо на улице. Есть также карусели и горки. Мы делаем очень много за счет гранта. Вот это было 2 года назад, делали грант. Сейчас спортивную площадку за счет гранта делаем. А вот эти все вопросы, это недорого, это все жильцы сами. Ну, купили фанеру, из фанеры сделали и все. Благоустроенный двор не только глаз радует, но и объединяет жильцов, а еще повышает престиж квартир прилегающего дома. Поэтому дело это еще и выгодное. У нас на первом комплексе выполнено 3 горки, здесь 2 горки и отдельно выполнено устройство зимней горки деревянной. В доме на Павла Морозова 89 более 200 квартир, и все же двор по местным меркам считается просторным. Около 400 квадратных метров. Всего за 2 года здесь поставили забор, качели, горки, спортивные снаряды. Чтобы собственники меньше чувствовали финансовую нагрузку, сборы на благоустройство берут исключительно летом, когда коммунальные платежи меньше. Сколько бы ни было парковок во дворе, их никогда не будет хватать, поэтому мы активно пропагандируем среди жильцов позицию, что если вечером негде встать, это не повод условно для парковки на газонах или на детских площадках. Конкурс на лучший двор в Хабаровске проходит ежегодно, но в этот раз в нем рекордное количество участников – 310. Был объявлен отборочный этап. Решать, кто достоин внимания конкурсной комиссии, было предложено пользователям интернета. Заявки поступили в комитеты. Комитеты разместили фотографии, адреса.
И жители всего города до 10 августа могли голосовать, отдавать голоса свои за свой дом, либо за другой дом, либо за соседский. По наблюдениям конкурсной комиссии, сегодня в благоустроенных дворах четко прослеживается разделение площади на зоны. Есть не только место для детской площадки и автомобильной парковки, но и площадки для подростков, а также пожилых людей. Известно, что один из самых лучших подарков – это цветы. Купить шикарный букет в Хабаровске можно в любое время года. Рассмотрим цены. Стоимость роз зависит от величины цветка и длины стебля. 80 рублей будет стоить экземпляр 40 сантиметров. Цена розы с более длинным стеблем продается за 100 рублей. На 10 рублей дороже цветок высотой 60-70 сантиметров. Оформленные букеты из 9 роз стоят от 850 рублей. Это с доставкой на дом. За композицию сердца из роз и орхидеи придется отдать почти 5000 рублей. Похоже, покупателей цветов сегодня меньше, чем продавцов. Последние готовы делать скидки. 5%, если букет дороже 3000, 7% на букет от 5000 рублей. Ну а самым щедрым покупателям, которые берут 101 розу, обещают скидку 125. Дороги на хабаровских погостах приведут в порядок. В этом году запланировано отремонтировать 3 километра дорог за счет городского бюджета. Работы уже ведутся на центральном кладбище. С подробностями Александра Теплякова. Это самый заболоченный участок центрального кладбища. Подойти к могилам после дождя посетителям сложно. Первые захоронения здесь начались в 30-х годах прошлого века. Сегодня на кладбище более 500 тысяч могил, а площадь всей территории 180 гектар. Но дороги и система водоотведения налажены не везде. Полностью исправить ситуацию планируют в этом году. Сейчас работы идут на отдаленных участках погоста. Дороги здесь самые разбитые. Чтобы отсыпанное полотно прослужило дольше, рабочие вырыли водоотводные канавы. Почва все равно влажная. Во-первых, если дорога существует без кувета, эта дорога стоять не будет. Поэтому обязательно, как видите, выполнены куветы. И воду отводим по рельефу подальше от дороги, чтобы дорога могла прослужить как можно дольше. В этом году из городского бюджета на ремонт кладбищенских дорог выделено более 3 миллионов рублей. В общей сложности приведут в порядок 3 километра. На очереди ремонт дороги на кладбище в окрестностях поселка Березовка. 16 лет назад, в августе 2002 года, северокорейский лидер Ким Чен Ир побывал в Хабаровске. И это исторический факт. Хабаровский Ким Чен Ир ознакомился с промышленными предприятиями города. Он побывал в цехах крупнейшего фармацевтического предприятия на Дальнем Востоке «Дальхимфарм», а также на заводе «Амуркабель». Кроме того, северокорейский лидер посетил учебный центр Дальневосточного военного округа под Хабаровском, где ему продемонстрировали технику и оружие, которыми оснащена российская армия. Также 23 августа 2002 года во Владивостоке состоялась встреча Ким Чен Ира с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры государств в основном обсуждали экономические проблемы. В июне этого года журналисты из Северной Кореи отправились на Дальний Восток, чтобы повторить маршрут рабочей поездки 2002 года по российским городам бывшего руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ира и снять об этом документальный фильм. Работу над фильмом журналисты собираются завершить осенью этого года. Его выход в эфир будет приурочен к 70-летию установления дипотношений между Россией и КНДР в начале октября. Вы смотрите программу «Город сегодня». Четверг в России день кинопремьер. Фильмы, которые сегодня вышли на большой экран, можно будет увидеть в кинотеатрах и завтра. О некоторых из них расскажем в рубрике «Афиша». «Альфа» – так называется приключенческий фильм для семейного просмотра производства США. Действие картины переносит зрителей на 20 тысяч лет назад. Молодой охотник из племени, которое по уровню жизни и культуры было одним из самых развитых на планете, оказывается один на один с враждебным миром, полным смертельных опасностей. Сегодня вышел в прокат боевик «Отель Артемида». В этом отеле оказывают помощь преступникам. Здесь члены особого клуба могут получить лечение и отдохнуть. Но парочка новых клиентов случайно приводит за собой местного криминального босса, желающего получить заветный предмет, похищенный в результате ограбления. Мультфильм «Принцесса и дракон» сняла в России режиссер Марина Нефедова. Принцесса Варвара находит в библиотеке замка магическую книгу и с ее помощью оказывается в волшебной стране, где встречает фантастических животных, веселых гномов и настоящего дракона.
Это была программа «Город сегодня. Жизнь краевой столицы в событиях, людях, цифрах». Информационная служба телеканала продолжает свою работу. Увидимся в городе. Счастливо!